У похода есть начало, а конца походу нет. Река Куцаёки протекает на юго-западе Мурманской области, вблизи русско-финской границы. Эти территории до 1940 года входили в состав Финляндии. Однако после Советско-финской войны, согласно мирному договору, были переданы СССР. Давайте теперь рассмотрим варианты маршрутов по реке. Классический маршрут – это заброска к чертовому мосту, что на реке Красненькой. В этом случае сплав будет проходить по реке Красненькая, Куцаёки и Тунча. Это около 65 километров. Можно заброситься и на озеро Пюхяярви, то есть минуя реку Красненькая. В этом случае до реки Куцаёки нужно будет погрести по озеру. Сплав в этом варианте будет проходить по реке Куцаёки и Тунча и заканчиваться в Иовском водохранилище. Это около 60 километров. Возможен вариант заброски на реку Куцаёки в районе Банек. Здесь можно разбить лагерь и при помощи местных жителей забрасываться на чертов мост. При желании этот самый порожистый участок в 15 километров можно пройти за световой день. Таким образом, этот маршрут можно ходить несколько раз. Но мы не рекомендуем его тем, кто первый раз на реке, либо имеет недостаточный опыт. Всем привет! Это школа выживания Игоря Муравьедова. Нам по душе более размеренный сплав. Пик паводка приходится на начало июня. С середины июня на реке уже достаточно много гнуса. В любом случае, мы рекомендуем взять москитную сетку. На маршруте можно встретить лис, медведей, реже волка и зайца. Из копытных лося и северного оленя. Также различную дичь. В реках и озерах достаточно много рыбы. Вопрос в умении ее ловить. Рыбачишь? Давай рыбачь. Клюет хоть? Ага. Природа типична для Карелии и юга Мурманской области. Берега и дно в основном каменисто-песчаные. Темноту во время сплава вы вряд ли найдете. Маршрут проходит в заказнике Куца. Для его посещения формально нужно разрешение. Получить его несложно через интернет. Это займет около 5 минут. Река не заселена. Ау! Возле чертового моста есть заброшенная деревня, а недалеко от Куцаёки заброшенный поселок Вуаярви. Ближайший жилой поселок – это Алакурти. Он и является отправной точкой на маршрут. Если вы решили ехать на поезде, то вам нужно в город Кандалакша. Город расположен на одноименном заливе Белого моря. В сетевых магазинах города можно докупить все необходимое. О транспортировке из Кандалакши в Алакурти с местными лучше договориться заранее, по телефону. Дорога займет около 2 часов. Если вы приехали на машине, то езжайте по трассе Р-21 Колла. Далее поверните налево, на Алакурти. К слову, дорога там хорошего качества. При въезде в поселок небольшой КПП, так что приготовьте паспорта заранее. В поселке рекомендуем обратиться за помощью к Ивану и его отцу Виктору. Они помогут с заброской и стоянкой для вашего авто. Здесь же можно перебрать вещи и при желании произвести стапель. В поселке есть и магазин, но цены там не очень демократичные. Есть и рынок, на котором можно купить рыболовные снасти. Так как сплав происходит в приграничной зоне,
не забудьте заехать в погранотряд. Там дежурный офицер проведет инструктаж. Для этого нужны паспорта и список группы. Контакты Ивана и другую информацию можно найти в нашей группе ВКонтакте. Ссылка под видео. Загрузив все вещи, можно отправляться в путь. Дорога займет около 3 часов. Вытри слезы, отдохни немного. Я русская дорога. Грязью да водою. Ну вот мы и добрались до реки. У похода есть начало, а конца походу нет.